Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 1477. События дня. Откровение 11:17-18. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: „Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. Имея ключи ада и смерти“». За 28 декабря 2019 года. Ну, обращение о помощи старости, помочь приобрести комбайн. Это не игрушечная вещь, не то, что взял и съел. Он обрабатывает землю и кормит людей. И вот 4 ролика про них. Тормозите. Курсором. И можно будет все просчитать. Почитайте, интересный разговор у нас вот идет с Еленой. Ну-ка, уходи оттуда. Уходи, уходи, белый, уходи оттуда. Ну что? Под, прям под эту лезет. Подполковник охраняет у меня костюм. Вячеслав Семенов опять опередил всех. Первый. Я об этом думал только, думал как. А он сразу это и сделал. Дума моя ему вошла как. Полный отчет. И вот он отчетывается на сегодняшнее число. Тема бесы. 66 вопросов.
Ни одного не насчитал. Библия. 221 вопрос по Библии. Осталось 4 насчитать. Богослужение. 113. Осталось 91. Болезнь. 22 насчитал. 0. Будущие миры. 51 вопрос. Все насчитал. Мусульманство. 36 насчитал. Еще осталось 41. Итого насчитано 509 вопросов. Осталось насчитать по взятым темам 136. Я говорю, пишу всех братьев и сестер здесь же опубликовать свой полный отчет по своим папкам. Сделать нужно это быстро и без ошибок. И вот стихотворение одно. Вот Елена позже начала, старается. И насчитала уже 238 вопросов взятым темам. 54 еще не досчиталась. Тогда новую папку будет просить. И, кажется, попросила. У нее по одной теме не окончена литература. 54 вопроса. Теперь молитва. Вот так. Ну, что говорить о наших ресурсах. Ну, в первую очередь, у нас очень люблю я мой мир. Ну, люблю. Тут ничего не скажешь. Хорошая такая система. Я ставлю выше всех разных контактов. Не говорю уж про одноклассники. Ну, я все время тут зажимаю эту систему. Вот так. Вот как выглядит в моем мире эта страница. Хлеб для Сталина из истории раскулачивания я перетащил к себе. Разрешается это. Тут нет монетизации. Ну и вот. Это посмотреть форум, что тут у него. Вот было 413 вчера. В два раза больше в последнее время. Не знаю, что тут такое случилось. Вот как у нас выглядит он. Православный форум. 3612 день открыт. Большой форум. Ну и дальше что? Дальше у нас определенно мы можем показать, что именно православный видеоканал открытым оком. 44 300 подписчиков. Просмотров 44 820 615. Ну и 18 700 роликов. Тоже большой материал. И в сети Библии православный библейский сайт. Вот это наши ресурсы. События в прошлый день. Еще дома сидел. На улице 28 градусов. По-нашему уже холодновато.
Голубей прикормил тут диких. Уже 17 голубей приходится кормить, а то погибнут. Они сидят на лищниках, мне это нравится. А мои там вверху. И одна голубка, видимо, голубка так залетная, ослабела, пришлось притащить. И сейчас ее ночь ночевала в избе. Специально для кошек сделан такой, как ящик продают. И я в нее посадил ее. А кошки-то вокруг пляшут, не достать. Вот, а вечером богослужение было. Вот и день прошел, и слава Богу. Ну и все тут, в интернете сижу. Все на этом.